Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур, и в данном видео я расскажу и покажу, как можно с помощью суперкопилки получить 20 долларов. И, пожалуй, давайте начнем с того, почему же они раздают вот эти 20 долларов. Я считаю, это просто рекламный ход для того, чтобы расширить аудиторию проекта, то есть популяризация, рекламный ход, и вот поэтому почему бы не воспользоваться. Данная акция уже продлевается достаточно долгое время, и я советую изучить данное предложение. Для вас подготовил вот такую табличку, где четко расписано, что зачем нужно сделать. В первую очередь несколько слов по поводу проекта. Он работает более 6 лет. Это грандиозный результат, легендарный, и в интернете очень-очень мало подобных проектов, друзья. Так что, если вы еще не слышали, советую просто изучить и самостоятельно, без каких-либо навязываний, изучайте самостоятельно, понимаете, что за дело, и я думаю, вы вряд ли с этого проекта выйдете. То есть он, когда вы о нем узнаете, вы здесь остаетесь, грубо говоря, навсегда. Можете посмотреть видео на YouTube, вбить суперкопилка, либо же смотреть все видео проекта. Здесь просто отзывы о проекте. Можете нажимать «Показать еще». Их здесь огромное множество. Изучайте, читайте, так что действительно стоящее дело. По поводу объема данного проекта. Вот он, срок работы исчисляет в неделях. 326 неделя. Это у нас умножить на 7, и вы получите количество в днях, сколько работает проект. Участников 176 тысяч, и объем выплат в неделю у них 331 тысяча, 298, 291, и это в долларах. А там посчитайте, сколько это в рублях, и я считаю, это огромные суммы. Итак, для получения бонуса, что нужно сделать? Переходим по ссылке в описании, нажимаем кнопочку «Регистрация», и дальше заполняем несложную форму. Пишем ваше имя, email, номер телефона, на который в дальнейшем могут к вам позвонить и спросить, вы ли это заказываете выплату. То есть здесь достаточно хорошая служба поддержки, которая грамотно работает. Ваш скайп и партнер Артур Ноус, это я. Нажимаете, вот хочу получить бонус новичка. Мне есть 18 лет, регистрируемся, и все четко. Дальше попадаем в личный кабинет. А что нам нужно сделать? Сделать первый вклад. 5 долларов нам сразу же начисляется на баланс предоплаты. Вот здесь у вас будет значиться. Мы нажимаем «Цели и депозиты». И в разделе вот «Через одну неделю» здесь создаем депозит. Вот будет у вас такая кнопочка «Создать депозит только на первой неделе». Вы нажимаете на нее, прописываете 5 долларов. Здесь можете абсолютно любой текст прописать. И потом нажимаете «Добавить». Таким образом вы создаете депозит. Смотрим на картиночку. Первую неделю 5 долларов внесли. Далее вам нужно обязательно внести 15 долларов своих. А, да, это как бы с одной стороны халява, но с другой стороны нужно 15 долларов вложить, чтобы по итогу за 4 недели заработать 39.30. Кого это не устраивает, пожалуйста, идите дальше, но потом, я думаю, вернетесь, потому что предложение действительно стоящее. Итак, 5 долларов своих вложили. Потом, что нужно делать? Переходим в раздел «Главное». Пополняем свой баланс. Имеется 3 платежных системы. Вот кнопочка «Пополнить». Нажимаем. Выбираем Perfect Money, Pair, либо же Nix Money. Выбрали. Пополнили. Вот нажимаем вот так вот далее. Вводим сумму. Все как обычно. И дальше, что вам нужно сделать? Цели депозиты. На вторую и третью неделю создать вклады. Какие именно, смотрим. На вторую неделю 11,3 доллара. На третью неделю 3,7 доллара. После этого, после данной манипуляции такой вот, действий, вам еще начисляется 15 долларов, которые вы снова-таки сможете вложить на депозиты. То есть здесь есть 3 варианта. Это рантье, цели и депозиты. Нам нужны депозиты. Делаем единоразовый вклад, и по итогу, спустя одну неделю, спустя 2 недели, 3 и 4, вы будете получать денежки. Вот, кстати, здесь еще выскакивают подсказки, как создавать цели, как создавать депозиты. Можете ознакомиться с данной информацией. И вот, друзья, в принципе и все. 5 сразу, потом 15 своих распределили на 2 недели, и потом еще на 4-ю 15. Дальше вы можете зафиксировать прибыль, грубо говоря, выйти с проекта и потратить деньги, куда вам нужно. Если хотите дальше зарабатывать, переходите на главную, пополняете средства, либо же с этих денег, которые у вас будут на балансе, вы сможете открывать новые цели, новые депозиты и зарабатывать дальше.
А здесь на одну и ту же неделю нельзя делать вклад. Маркетинг очень грамотный, хорошо продумали. В этом плане, конечно, проект можно изучать достаточно долго. Проходят различные мероприятия, вебинары, акции и так далее. Кстати, если вы мой реферал, то есть зарегистрировались по ссылке в описании, вы можете рассчитывать еще на бонус в виде 5% от суммы вашего вклада. К примеру, вложили там $100, 5 я вам еще выплачу бонусом. То есть это я получаю реферальное вознаграждение, то есть выплачиваю рифбэк. Для этого нужно написать мне в ВК, ссылка будет в описании под видео. Если у вас возникли вопросы, смело пишем в описании, в комментариях точнее, я вам по возможности отвечу. Либо же ищи меня в социальных сетях, там пообщаемся, все расскажу. На этом все, был полезен, обязательно ставим палец вверх и поделись данным видео со своим другом. Пускай он также получает халявные $20, да, конечно, нужно будет немного вложить, но вот такая вот возможность доступна абсолютно каждому. Так что вот такие вот дела. И да, кстати, чуть не забыл, по поводу верификации оставлю в описании видео, посмотрите, изучите. На этом все, до скорых встреч, пока!